Но вот уже сегодня вечером в штаб-квартире НАТО министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев ждет от стран Альянса поставок летального военного снаряжения. Проще говоря, не бинокли или палаток, а оружие, которое убивает. Его Украина предпочла бы получить бесплатно, добавил Полторак. По данным, которые пришли ранее, только в Донецкой области за сутки украинские силовики 10 раз нарушили режим тишины. Было выпущено 54 мины разных калибров. Погибших и пострадавших нет. В самопровозглашенной республике настаивают, что эти обстрелы направлены на срыв мирных договоренностей, достигнутых в Минске.